Так, посмотрим, кто у нас здесь. Так, это у нас из вселенной Поттера, товарищи. Так, смотрим подиум. О, прикольно. Картина такая. Так, здесь получается Гарри, видимо, с девушкой. Может быть, это какого? Родители его. Плащ, палочка, две руки. Руки просто черные. Так, тут вот фигурка пришла с полусобранными волосами, криво одетыми. Так, что у нас здесь? Гарри Поттера или похоже на его папу, или такой там просто взрослый. В очках товарищ улыбается. И вот тут вот довольный человек. Руки просто черные. Ну, сейчас посмотрим. Собирается легко. Еще будет шарф. Так, собственно, руки. Раз. Два. Так, одеваем здесь пиджачок. Так, одеваем шарфик. Так. Немножко здесь заслонит его галстук с рубашкой. Зато тепло будет человеку. Он такой. Либо можно было бы, наверное, собрать вот где он улыбается. Наверное, лучше где улыбается, потому что здесь все-таки ухмылка такая. Соберем, где улыбается. Плащ, вот это, конечно, не очень прикольная деталька. Среднее, я бы сказал, такое качество. И хоп, вот. Получается, видимо, какой-то взрослый Поттер или что-то такое. Посмотрим палочку. Так, в одну руку фото. А другую руку палочка. Такая вот сейчас фигурка. Что-то мне кажется, это как папа Поттера. А здесь они молодость или что-то такое.